Посмотрим еще два опыта по сценарию горения из-за нагрева проводника. Для нагрева используем питание от сварочного трансформатора. Сопротивление изоляции измеряем между нагреваемым проводником и холодным. Поскольку нет механической силы, замыкающей проводники, ток утечки значительно меньше необходимого для отключения УЗО или диффавтоматов. Во втором опыте способствуем замыканию. Используем образец значительной длины, кроме того, проложенный с поворотом. Ну и в этом случае устанавливаем, что при пожаре дифференциальные устройства не отключатся. Адекватное реагирование будет возможным только при использовании пожарного сторожа, который зафиксирует появление продуктов пиролиза или повышение температуры.